Всем огромный привет! Сегодня будет такой кухонный влог, небольшой, по теме, что можно купить в магазине Пятерочка на 500 рублей. Но здесь вы видите чек 540, но округлим в меньшую сторону. Продукты, я бы сказала, первая необходимость именно летом, потому что здесь в основном фрукты. Ну и так, чтобы было что покушать. Итак, первое — это овсяное печенье, красная цена, это магазин Пятерочка. Данного магазина бренд, поэтому они достаточно дешевые, что можно, если интересно, еще раз посмотреть в том же ценнике. Куда же мы без сладкого, к чаю? Опять ретельную буду, Пятерочка, это карусель. Дальше, да, батон, упаковки. К сожалению, в Пятерочке вот на сегодняшний день не все свежее, но именно этот батон был очень свежий, он очень мягкий. И более того, баженовский хлеб, честно говоря, ни разу не пробовала, поэтому взяли попробовать. Также, мне кажется, можно сказать, что это первое необходимое. Далее, вот такой вот сырный соус с изысканными сортами сыра взяли чисто только потому, что на него была акция, скидка 50%. Мистер Рико, в принципе, фирма достаточно известная. Вот такой вот соус. Получается, тут 4 сыра входит. Попробуем. Далее. Курица. Вот такая вот маленькая шишка. Здоровая ферма. Хотела вначале взять куриную грудку, но получилось так, что по цене, в принципе, вот эта тушка вышла куда выгоднее. Из нее можно приготовить, как говорится, первое и второе. Поэтому, мне кажется, это гораздо выгоднее. И тоже можно отнести к продуктам первой необходимости. Мясо кушают практически все. Далее, молоко. Будем здоровы. Также, повторюсь, там были продукты не свежие, в том числе и молоко, но именно это молоко было сегодняшнее, и, в принципе, цена у него также недорогая. Вообще, магазин Пятерочка позиционирует себя как магазин недорогой, бюджетный, там почти все продукты доступны, мало чего такого суперэлитного какого-то. Следующее. Вода Обуховская. Летом очень хочется пить много, и наша вода Обуховская, она у нас, мне кажется, в любом магазине продается. Тут даже и написано, что Урал Стар Трейд. И купить ее можно в любой доступности, по любой цене. Тут она еще была по акции. Ну и вот теперь, что именно летние корзины наши включают в себя. Это такая вот слива. Она также шла по акции, взяла ее на пробу совсем чуть-чуть и выбирала всю мягкую, чтобы съесть именно сегодня, не оставлять на завтра. Бананы. Это такая целая, даже две целых таких классных горсти, кисти, как их правильно назвать, ветки бананов, потому что она у нас, они у нас идут, можно сказать, что наравне с картошкой. Мы бананы едим только так, все. Сливу взяла, ой, грушу все-таки взяла одну, она была по акции 69 рублей, потому что она реально каменная, но, вот честное слово, волшебное слово акция, что скидывают 50%, сделала свое дело, и груша теперь у нас. И вкусненькое еще это абрикосы. Также старалась собирать уже такие самые-самые мягкие. Также на них была интересная цена. Запах, по крайней мере, аромат очень вкусный. Аромат лета, аромат свежести. Поэтому сейчас все это будем кушать. И, собственно говоря, вот такая вот получилась у нас летняя продуктовая корзинка на сумму 500 рублей. Здесь и фрукты, и паки. Это еще все по супермегакции. И мясо, да, и хлеб, и молоко. Не хватает, наверное, для общей массы яиц и картошки. И можно, грубо говоря, прожить, не знаю, сколько можно прожить. Ну да, с нашим количеством теперь членов семьи все-таки уже долго не проживешь. Но тем не менее, как мне кажется, ну нормально. Ладно. Ну, в общем, вот такие были покупки. Если есть вопросы по ценам, обязательно спрашивайте, все расскажу и покажу. И еще мне интересно, Пятерочка нравится только нам? Ну, то, что нравится, акции устраивают в нашем городе или в каждом городе. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Просто очень интересно на самом деле. Ну все, так, всем огромное спасибо за внимание, за ваши просмотры, за пальчики вверх. До новых встреч и пока-пока!